это взрослая кошка. Вы видите размер какой ее? Ну, говорят, то и Бог, это вечный котенок. Кошечки очень любят деток. Кошечки прекрасно с вами общаются, и вы с ними будете прекрасно общаться. Я мама особого ребенка. Я считаю, что кототерапия – это самые прекрасные минуты для детей наших особенных. Коты очень прекрасные, ласковые, очень интересные внешне. Я первый раз вижу, вот она меня облизывает. Я первый раз вижу таких котов, которые, тем более с маленьким хвостиком. Ожидали много теплоты, доброты, пушистости. Все это мы получили, очень рады общению с животными. Кошечки все очень миролюбивые, ласковые. Даже вот Софья у меня сегодня подержала на руках котеночка, хотя, в общем-то, всегда воздерживается от прямого контакта с животными, а сегодня у нас получился этот контакт, и это маленький шажок вперед. Я с интересом ждала именно встречи с кошечками, с планетой Кэтс. Мне было интересно вообще, как это будет выглядеть, насколько это будет интересно, насколько будет занимательно, интересно для детей. Сейчас я, конечно, понимаю, что общение с животными – это очень важно для наших деток, потому что, во-первых, кошечки, они очень добрые, красивые, не царапаются, не кусаются, просят даже, чтобы их погладили. Это большая редкость, потому что обычно от детей кошки бегут. А здесь это просто чудо. Так что спасибо вам большое за эту замечательную породу, за ваш труд. В нашем центре, в новом помещении, которое недавно открылось, мы проводим много встреч, в том числе и встречи с детьми-инвалидами, и занятия с ними. Проводим различные встречи. Вот сегодня была, значит, необычная у нас мероприятие. Детки встречались с кошечками. Животные очень благотворно влияют на деток с ограниченными возможностями. Они раскрываются, проявляют себя. Даже те дети, которые, в общем-то, молчали раньше, они включают свои эмоции. Очень большую пользу принесло вот это общение. И хотелось бы, чтобы продолжились такие мероприятия. Я подумала, что она будет бояться. Ну нет, у нас есть кошка Драчуня. Она ее боится трогать. А этих кошечек она гладит. Очень хорошо. Не боится. Добрые кошечки. Сотрудничайте с нашими детками. Спасибо вам большое. Спасибо. Дай Бог, чтобы вам дали помещение, желательно в Ворошиловском районе. Я вам хочу вручить от имени главы администрации Ворошиловского района благодарность за активное содействие в реабилитации особенных детей, за ваше вот такое большое сердце, за чуткое отношение к детям. И надеемся, что будем с вами сотрудничать. Спасибо большое. Спасибо. Так что мы в Ворошиловском районе будем очень рады вас видеть. Приезжайте к нам почаще.